В городе Сочи прошел открытый турнир по тхэквондо ИТФ, приуроченный ко Дню защитников Отечества, в котором принимали участие клубы и Федерации Краснодарского края и команды Республики Абхазия. По итогам турнира абхазские спортсмены в личных весовых категориях заняли 15 первых мест, 8 вторых и 3 третьих, а в общекомандном зачете удостоились первого места. Об этом сообщил президент Федерации тхэквондо Абхазии Отар Гогуа.